рассада Гейхёра Электро и ее золотые листья с красными прожилками станут неотъемлемой частью вашего ландшафтного дизайна. Декоративное растение. Достигает высоты от 25 до 30 см. Цветет в июле-августе белыми цветами. Зимостойка неприхотлива, нуждается в дренаже и полутени. Рассада сорта Электро популярна для каменных садов и бордюров. Цветение Гейхёры будет радовать ваши глаза, а пушистые листочки – ваши руки. Через от 3 до 5 лет многолетник омолаживают делением куста или посадкой новой рассады. Семена фьючера сеют рано весной на умеренно увлажненный грунт на солнечной стороне. Гейхёра гибридная Электро – это травянистый высотой от 35 до 40 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка белая, весной листва по цвету желтая с красными прожилками.